состояние здоровья, конечно, нужно находиться дома, не в камере. А в целом вы признаете свою вину или нет? Нет. Не признаете? То есть взятку вы не брали, да? Мне предъявляют как чиновнику. Я никогда не был чиновником. А деньги вы брали от московских бизнесменов? Нет. Не брали. А что это были за 10 миллионов рублей? Так, давайте заканчивать. У нас мы сегодня продлеваем срок содержания под стражей. Да. Понятно, да. Мы сегодня не вдаемся в доказательственную часть предъявленного вам обвинения. Угу. А вам дают возможность свидания с близкими, с родными? Да. Допускаю, да? Хорошо, спасибо вам большое.